Всем огромный привет! Сегодня у нас обзор каталога компании Avon номер 7/2020 Украина. Пока в сторонку, покажу вам такие вот бумажки мне пришли. Извините за внешний вид, немножко помятая. Так, это у нас идет такая пропозиция. Если мы сделаем заказ из каталога на сумму 600 гривен, мы можем заказать подарок-сюрприз за 1 гривну. За умовой предбаня со страниц 2-17 аромата для мамы. Если ароматы у нас с этих страниц не будут участвовать в покупке с каталога на 600 гривен, то подарок-сюрприз нам обойдется в 20 гривен. Я считаю, очень выгодное предложение. Дальше памятка профилактики инфицирования коронавирусом. Ну, дело сейчас не про то, не о том. Есть еще пропозиция твердых мыл, да, 5 видов представлено, одно можно купить за 20 гривен, 3 кусочка любых за 55, или 5 кусочков можно одинаковые, можно разные, за 80 гривен. Тоже очень выгодное предложение. Спасибо, компания Avon. Так, ко мне идет подружка, надеюсь, не будет мешать. Я не пойму, у меня не пришел фокус, ну ладно, будем без фокуса. Такой журнальчик пришел, Avon «Успех деталей». В деталях действует он с 6 марта по 9.07. Это у нас что? Липень, июль. Так, 6 марта пришел только сейчас. Ну ладно. Здесь у нас представлены разные продукты. Продукция для представителей компании, сумка для ноутбука за 500 гривен. Я буду округлять, чтобы время много не тратить. Кошелек за 200, вот. Дальше сумка за 700. Такая объемная для продукции, интересная сумка. Красивые такие дизайны уже делают. Еще такая мини-сумочка за 300. Хустынка, это такой платочек с логотипом Avon 149. Набор косметичек 2 штуки за 189 гривен. Вот. Так, что еще? Какие-то прозрачные косметички. Еще Дэнни, косметичка, тоже, походу, прозрачная. ПХВ. Да, Прозора косметичка, 200 гривен. Еще Дэнни 170, сумка с полиэстера 170, блокнот магнит 90, набор ручек за 70. Две ручки 70 гривен, что Avon такой вот дорогой прям. Щеточки одноразовые. Ну, их можно, они как одноразовые считать. Ну, их помыл, продезинфицировал, можно пользоваться. Три щеточки. Нет. Набор щеток для бровей 20 штук за 49 гривен. Это для салонов, чтобы использовали одноразовые. Так. Это что такое? Палитра. А, палитра для смешивания косметических засобов 70 гривен. И палитра для лаков, для ногтей 80. Здесь идут различные пензлики, щеточки, кисточки, спонжики для макияжа. Вот, ну это такое, мне кажется, не так часто заказывают, даже те же представители. Футляр для пробных зрачков 90 гривен. Дальше косметичка такая, видите, объемная, отсвечивает, с разделением 369. Здесь идет тоже органайзер для пробных зрачков парфюмерии за 70. 15 ароматов помещается. И набор тестовых смужек для парфюмерии 60 штук, 50 гривен. Ну, 60, ну, я считаю, нормально. Пакетики. Так, пакетик маленький, 27 на 20, 10 штук, 15 гривен. Нормально. И здесь 5 штук, тоже 15 гривен, но большой пакет, 40 на 30. Вот такое предложение. До 9.07 действует. Дальше у нас идет флайер распродажа. Почему 6-я компания? А 7-я где? Что они мне вложили не то, что надо? А почему 6-я? Что-то я не пойму ничего. А 7-ю мне не вложили? Нет, не вложили. Непонятно. 6-я компания. Каталог 7-й. А, ну все правильно. Так. В сторону. Смотрим сам каталог, да? Здесь представлена у нас, представляет эту компанию 7-ю, Настя Каменских, наша известная певица. Так, она тут нам предлагает новую тушь Avon Power Style. 24 часа стойкости. Здесь идут инновации. Вот эта тушь. Розыгрыш.
Собираю звездочки в компании 7 и 8. Каждые 10 звездочек – это один шанс выиграть автомобиль. Вот такой шикарный Lexus, наверное. Не знаю. Так, дальше. Собираю баллы зерки в 7-8 компании. И можете приобрести набор уже в 8 или в 9 за 119 гривен. Золотая маска, крем, гель для бритья Киамен или туалетная вода мужская. И парфюмированный набор Little Black Dress, парфюмированная водичка 50 мл. И лосьончик для рук, по-моему, здесь 50 мл тоже. Да, вот такая акция. Вот такая красотка наша Настя Каменских. Тоже с ума сходит по-своему, снимает клип в домашних условиях. На карантине. Так, здесь это тушь 139, водостойкая тушь для ресниц 10 мл. Вот такая изогнутая щеточка пушистая. Вроде бы пушистая, не силиконовая, да? Тотальный объем наночастицы 24 часа стойкости нам предлагают. Так, чтобы в кадр попало. Так, пошла декоративная косметика. Тени-карандаш для пувик 149 гривен. Карандаш для глаз 90. Я буду смотреть такое, знаете, не все подряд рассказывать. Это у нас помады. А какие есть новинки или хорошие акции. Консилер Вейвен я как-то заказывала, но это уже новый, может он лучше. Тональные крема тоже все почти перепробовала. Вроде бы из люкс серии нормальные, а остальные мне вообще не понравились. Некрасиво они ложатся на кожу. Подчеркивают все шелушения, даже если с праймером. Морщинки проваливаются, ну никуда не годится, не знаю, мне не нравится. А консилер брала, то вообще тихий ужас, уже не знала, куда его намазать и куда его деть. Пурбланка представлена у нас, любой аромат за 119 гривен и мужская туалетная вода Individual Blue 50 мл и по 100 мл эти водички. За умовый предбоня с каталогу на сумму 299 гривен. Ну как хитро все продумано. Так, очечки, окуляры за 159, также за умовый предбоня на 300 гривен с каталога. Красивые очки, мужские, женские представлены. Дальше, парфюмированные спреи для тела за 70 гривен. За умовый предбоня будь якого продукту с каталога, да, тоже так. Так, ароматы пошли, ТТА, да, Always, Tomorrow, очень дорого, 359 гривен. Я считаю, цена как-то так завышена. А может и нет, хотя да. Мужской набор за 389 Today. Attractionы. Что? А, это 449 гривен по 100 мл Attraction. Я уже подумала 50. А 50-очки идут за 319 Attraction. Ну, конечно, выгоднее взять за 450 100 мл. Лак, аромат, туалетная вода. Значит, это что у нас? Будь-яки за 319. Мужская идет у нас, наверное, туалетная, да? Нет, для нее, для ней. Да, мужская туалетная, а женские парфюмированные. Так, шовковистый материал, это у нас идет шарф. Весенний шарф за 99 гривен. Если со страниц 32-37 что-нибудь закажете. Так, представлены у нас такие красивые ароматы. Коллекция крафтовых ароматов, вид французских парфюмерий. Три вида ароматика. В красивых таких бутылочках, такая плотная страница. Да. Здесь у нас представлен, ого, что? 599 гривен, парфюмированная вода, цветочно-шипровый аромат, пачули, роза, зеленые листья. 50 мл, парфюм 599 гривен. Да, вау, еще аромат. Тоже 599. По 30 туринку и аромату живе. Я, конечно, верю, что вино живе. Только ценой уже прибили. Это называется прибили, а потом уже в. И еще один тоже ароматик. Третий. Такая же цена, тоже страница ароматизированная. Ну, не знаю. У меня таких клиентов на такие суммы вряд ли найдутся. Так, за умовы предбоня будь двух яких продуктов со страницы 38, вот с этой. Две водички, спреи заказывайте любые. Для него по 70 гривен, для нее по 80. Очень дорого. Да вы что, 80 гривен. Были они когда-то 45, 55, 65, уже 80. Кошмар. Вот возмущаюсь. Люмината. Набор за 339 гривен. С лосьончиком для тела парфюмированным.
Дальше идут ароматы. По 100 миллилитров 419 гривен. Нет. Так, Тризель 269. Очень классные шлейфовые ароматы стойкие. Не знаю, почему его так редко заказывают. Так, шариковые дезодоранты, антипреспиранты по 35, если 2 штучки заказать. Так, туалетные парфюмированные воды, любые 2 аромата с этих двух страниц, 44-45 за 249 гривен. Хорошая цена. Ребель 339, ничего себе. А, набор 339, а один аромат за 319. В прошлом каталоге он был, по-моему, 289. Смотрите, как растут цены. Мастерайз 269, также и остался. Вива Левита 289, Череш 269, набор с шариковым дезодорантом. Парфюмированные лосьоны для тела по 80. Парфюмированные водички 10 мл со спреем по 75. Мужские гели, шампуни для душа 2 в одном по 65-250 мл. Так, вот есть еще новые ароматы. Туалетные водички по 50 мл по 199 гривен. Розетта, Виолетта и Лилия, если я правильно прочитала. Так, Аква Вайп, новинка. Ага, 200 гривен, 100 мл. Хорошие водички по 100 мл. У меня они разбирались на раз. Так, Имари по 199. Была 149, уже 199. Цены растут. Так, Petit Etude 199. Дальше наборчики по 159. Summer White. Так, тут ароматы идут без скидок. Нас это не интересует. Дальше люкс ароматы, да. Премиум люкс 359. Премьер люкс 359. Так, Сигно 319. До свидания. Это что такое? Виктори 100 мл? Нет. Это Виктори этот... Голд для него 75 мл 269 гривен. Элит джентльмены по 249. Эйвон Мэн 249. Персивы 329. Фулл спиды 269. Шикарные ароматы. Каждый по-своему прекрасен. Маск 159. Кантри, да? Wild Country. Любые 2 аромата с этих страниц за 159 гривен. Хорошая цена. Так, здесь такие миниатюрки. Xeria 129. Кстати, видела у кого-то из девочек обзор на вот эти ароматы. Они по 159, лайм, кедр. Сказали, очень хорошие, приятные ароматы и довольно-таки интересно пахнут. Так, Avon Kea Men линейка наборы. Гели для душа, Aspire набор мужской. С гелем для душа за 199 гривен. Хорошая цена. Здесь 75 мл, очень вкусный аромат мужской. Дальше декоративная косметика, помады. Пока мне здесь ничего не надо. Здесь идут желтые ценники. Скидочки, да. Так, масла, карандаши, тушь, щеточки, помады. Тушь по 80, супер шок, классическую тоже можно приобрести. Помады, блески, помады, карандаши. Набор помада плюс карандаш для губ за 139 гривен. Хорошая цена. Туши, карандаши для глаз, палетки теней. Так, тушь, скульптор для бровей, щеточка, карандаш, щеточка, лайнер для бровей 119 гривен. Так, маркер для губ, дальше для бровей 200, тушь для бровей 220 гривен. Да вы что, товарищи, это очень дорого. Так, блеск для губ 80, тональные крема не интересует, лаки для ногтей пошли. Так, палитра огромная, 10 мл, огромный выбор. Дальше идет Туморов 359, набор плюс аромат тонального крема. Набор аромат и тональный крем 359. Набор аромат плюс помада 299. Угу. Серия люкс пошла. Color Trend молодежная линейка. Блеск для губ в удобном формате 50 гривен. Тональный крем 90 для молодых девочек. Помады. Маска любая, зумовый предбаня с каталога, любого продукта 40 гривен. Так, моя любимая сплэш-маска за 109. Дальше линейка Enyo омоложение. Различные 55-45+. Средства для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом. Дальше SPF защита 50 за супер ценой.
крема матирующие, солнцезащитные. Так, тут линейка уходовая Нью идет от морщин. Золотая маска 20 минут. Была у меня такая, особо восторга не вызвала. Так, масочки тканевые хорошие. Пользовалась, разобрали. Корейская идет линейка. Патчи уже 500 гривен без рубля. Любая маска за 60. За умовы предбаня с каталога. Любого продукта, который не участвует в этих страницах. Так, серия Clera Skin. Профессиональный уход за кожей, за проблемной. Мыло 35 черное. Тоники, мицеллярные водички, т.д. и т.п. Пляжный махровый рушник 359 гривен за умовый предбаня, будь яку іншу продукту с каталогу. Купальники новинки, такие леопардовые, 539-549. Женский купальник вот этот за 899 гривен. Негде нам купаться, разве что в ванной. Сумочка 600 гривен, такая беленькая вот в каталоге. Красивая бижутерия. Не надо нам купальники, мы дома сидим на карантине в засаде. Так, сумка Марии 269 гривен. Но она такая плоская, в нее ничего почти не влезет. Так, где-то выйти погулять. За покупками не пройдешь, не пойдешь. Так, часы 600 гривен, 900 гривен. Нержавеющая сталь, точно японский механизм, гарантия 2 года на часы, 900 гривен. Ого-го. Одежда, платье 1400, Иван уже думает, что они Фаберлик, уже платье 1400, кошмар. Так, брошки по 149, да, браслеты, кольца, бижутерия, бриллианты пошли, бриллианты, одежда. Ну, что-то новенькое, интересное, джинсы, джеггинсы, сумки, 1300, 1300, ничего, за 1300 можно на распродаже кожаную купить. Вот 1700, ну, вообще супер. Так, по 700 гривен набор. Нет, это одна сумка, вот эта, да, 700 гривен, Дейзи. Вот. Будь-яка сумочка за 169. Или это идет с кошельком? Короче, 700 гривен. Так, это женская ночная рубашка, свечи по 129, не надо, спасибо, обойдемся. Так, пояс для бега. Поясная сумка, вот 300 гривен, такая вот сумочка маленькая, а это 700 гривен, спортивная сумка такая розовая, 700 гривен цены. Так, дальше сумочки тоже у нас идут, подорожали сумки, и конкретно я себе буду заказывать вот такую маленькую сумочку на лето. Так, наверное, с 6 каталога закажу. Так, что у нас тут? Аромат, лосьон спрей для тела, яблочный, да? С ароматом яблока и сжимолости, 30 гривен, хорошая цена. Так, гель для душа за 35, что-то такая праздничная цена. Крем для рук Encanta, Encanta 35, 200 гривен, Surreal, водичка Sky для нее, 75 миллилитров, 199 гривен, вообще отличная цена. Encanta розовые букеты Кашемир, 189. Тоже хорошая. Лосьон для тела, розовый букет Кашемир. 250 миллилитров. Я сейчас похожим пользуюсь, только из другой линейки. Очень хороший. Хорошо увлажняет, впитывает. Так, еще аромат 129, 129. Маска. Дзен для кожи. Хорошо отбеливает, увлажняет кожу лица. Бальзам 19. Ну, хорошая такая распродажка. До 70% скидочка. Так, сыворотки для волос за 60 за умовый предбаня. Другого продукта. Линейка пошла Advanced Techniques для волос. Сыворотки, шампуни, бальзамы, кондиционеры. Так. Маски, сыворотки. Так, уход, уход. Что мы пропустили? Ничего особо. Краска для волос. Ну, ничего такого. Encanta. 50 гривен крем для рук. И лосьон 99. Что-то дорого. Так. Здесь тоже Encanta, Жена Мускус. Так, наверное, они уже распродаются, да? Может, что-то новое будет? Так, серия Planet Spa. Вот, интересно. Ритуалы Аюрведы. Дальше с маслом Ши. Питание. Очень сладенький аромат, но хорошие продукты. Особенно для рук, для ног. Хорошо питает, увлажняет, ухаживает за кожей. Так, Planet Spa, дальше идет Aroma Spa,
Пока мне вроде ничего не надо. Эван Киа с кокосом. Крема, гели, шампуни для рук. Крема. Так, серия авокадо. Ага, тоже подорожала. Avon Care идеальный тон. Маски, ночной крем, дневной, лосьон для тела. Крем для рук за 30 гривен. Дальше банановая линейка. Масло для тела с ароматом банана тонус. 200 мл 55 гривен. 200 мл. У кого сухая кожа рук, тела, ножки, пяточки, очень хороший баттер. Это идет масло для тела, как твердое масло. Вот как баттеры. Очень классно напитывает, прекрасный аромат, советую. Ну, с маслом какао понятно. Крем для рук с маслом какао тоже очень хорошо защищает руки и питает. Линейка с розой. Крема, бальзамы. Так, я уже себе заказала такой станок. В прошлом видео у меня есть распаковка 5-й компании. Станок и гель для бритья. Еще не пробовала. Так, это у нас для спортсменов антицеллюлитная линейка для рук. Крема по 28-32 гривны для ножек. Так, для ножек у нас бутик их 2 за 35 гривен, если 2 заказываем. Так, аксессуары для ног. Буду заказывать тальк и дезодорант для мужа в командировку. Так, здесь линейка дезодорантов, антипреспирантов для мужчин, для женщин по 55 гривен спреи. Шариковые 38. Шок цена. Так, это у нас для интимной гигиены по 50 гривен 300 миллилитров гели. Детская линейка, шампуни, туалетные водички, гели для душа, наборы. Набор 249, если за умовы предбанят, будь яких двух. Туалетная водичка детская 149. Так, здесь тоже Avon Naturals Kids линейка идет. По хорошей цене, если два продукта одночасно замовите. Avon Naturals для лица. Скраб тоник табутьяка маска для обличия за 35 гривен. Крем для лица за 43. Нормально. Так, здесь у нас шампунь Avon Naturals. Маски для волос. Кстати, хорошие маски. У меня почти все были, все понравились. Здесь единственное, что маленький объем. 125 мл. Но маски шикарные. Гели для душа 500 мл по 65 гривен. И здесь 500 мл по 60. Обычные гели 60, крем-гели по 65. Дальше идут наборы. Крем-гель для душа «Любовь в Париже» 4-way, 30 мл, 199 гривен. Иди, Греточка, так... Здесь идет крем-гель за 40, 250 мл и 500 мл 65. Дальше начинается у нас линейка Avon Care для защиты кожи от солнца с SPF защитой для детей, для взрослых, kids 30-50, да, я сказала. Хорошая линейка, хорошо защищает. Ничего не могу сказать. Вот насчет этой... Для загара не знаю, не пробовала, никто у меня не заказывал. Так, после загара тоже все супер. Цена за умовы предбаня 2, хорошие скидки. Так, здесь большие объемы шампуня 700 мл за 70 гривен. Тоже хорошая скидка. Также гели для душа 720 мл с дозатором 85 гривен. Пены для ванны по 99 гривен с 1000 миллилитров. Большие бутылки, большие объемы. Так, шок цена, да? От 35 гривен. Средства для ножек, скрабики, алики. Вот этот крем очень хороший для ног. Всегда его хвалю в каждый раз. С лавандой 150 миллилитров 60 гривен. Масло для ног у меня тоже заказывали. Тоже хорошие отзывы оставляли. Ну, спрей для... Тело, как недавно уже было доказано, Avon присылал на Viber свое подтверждение, что спреи для тела содержат 60 градусов спирта. Поэтому их можно использовать не только как спрей для тела, но и как антисептик для рук и для одежды. По 40 гривен за умовой предбаня 2.
дешевле, чем в аптеке 100 миллилитров антисептика. Так, гель для душа 40 гривен. Это маракуйя и спокусловая маракуйя и пивоня. Очень классный аромат. Так, шариковые дезодоранты, антипреспиранты по 35. И серия мылок твердых. За умови придбання будь-яких двух по 20 гривен. Да? Так, что у нас в набор нам предлагают за 199 гривен. Это у нас идет спрей для тела парфюмированный. Он, по-моему, 100 гривен так стоит, как отдельная единица. Дальше гель для душа 400 мл. Шампунь 250, крем для ног от Натопты 6,75 и большая банка крема с кокосом 400 мл. Для лица и тела подходит. Цена всего-навсего 199. За умовы придбання будь-якого продукту с каталогу. Вот хорошая акция. Так, здесь у нас пудра кульки за 109 гривен. Два оттенка за умовы придбання будь-якого продукту с каталога. Гели для душа по 30 за умовы придбання будь-якого продукта с каталога, который не участвует в этих страницах, которые вот здесь мелким шрифтом. Кто впервые будет заказывать, смотрите внимательно. Так, здесь новая линейка, мицеллярная вода в двух объемах, да, 400 мл и 200 по Мьякшине. Так, предлагают нам, что тут, аромат, бьюти-бонус за 80 гривен на 272 странице будет детально. Так, Avon Nutra Effects, красивый какой-то дизайн поменяли, крема, олеи для умывания, здесь антивозрастные крема, с SPF защитой 30, средство для снятия макияжа двухфазное, спрей вуаль для лица, за умовы придбання будь-яких двух. Nutra Effects матирующая линейка зелененькая идет. Так, и здесь у нас идет тоже за умовы придбання двух. Мицеллярный гель для умывания. 70 гривен, 180 мл. Так, что нам здесь предлагают? Инкоденсанс 30 мл. Так, за 80 гривен. Если мы приобретем на сумму 200, ну, 199, я читаю 200, со страниц 9-15 или со страниц 265-271. С этих страниц надо заказать товар на сумму 199 гривен, и тогда эту водичку мы можем придбать за 80. Ну, такое. Все, девочки, вот такой был у нас обзор каталога компании номер 7 Avon. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.